Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Поехали. Коралловый риф 8, у меня сила команды 236, у свиней 65. Поехали. Именно такой командой мы сейчас и будем с вами бомбить. Так, свиноштейн, да, и у нас шаман. Ну, попробуем сделать вот так вот. Ух ты, крепкий малый. Ну-ка, а так если? Понятно. Друзья, кстати, вы заметили, что у меня крутые пушки стоят, а знаете почему? Потому что сегодня был ивент, даже не ивент, а как тебе сказать. Давали 30 минут на улучшенный шанс выпадания вот этих вот шмоток. Поэтому я и получил практически на всех. На всех я получил крутые пухи. Так, ну что же, как вы видели, мы с вами без проблем здесь справились. Отлично, лучший приз нам дали. Ну и мы с вами переходим на следующее задание. Нам нужно с вами собрать вот эту досочку, потом пропеллер и шестеренку. Ага, нас отправляет за шестеренкой. Ну давай, поехали сюда. И посмотрим, здесь уже у свиней мощь 103. Но все равно мы круче. Награда 3 рогатки. Давай проверим. Ну, я думаю, здесь без проблем у нас все получится. Так, что у нас здесь? Мини-шаман и нежить. Ну, давай начнем вот так, наверное, да? Терновое вино. А ну-ка, если так вот. Воу! Слушай, ну это трупец. Нам нужно с вами вот этого вот мини-шамана забомбить. А давай-ка бомб. Круто. Так, Матильда. И весельчаки. Так, минус зомби. Так, это думает, да? Ну, парень, извини, пока ты думал, мы тебя уничтожили. Мастерство у бомба повысилось. И это мне нравится, это меня радует. На 3 звездочки, да? Отлично, просто шикарно. Дайте, пожалуйста, нормальный приз. Ну ладно, ладно, сгодится и так. Ну что, ребята, нам остается получить только лишь пропеллер. А для чего мы это все делаем? Для того, чтобы спасти нашего Реда. Потому что его похитили. Что это такое у нас? Так, 241 звезда. Поздравляем, ты прошел много уровней и заработал 240 звезд. Твоя награда — 3 любимые блюда могучего орла. Слушайте, ребята, если не ошибаюсь, это блюдо делает, уничтожает всех врагов на поле боя. Ну и как видим, мастерство повысил у нас бомб. Так, а мы с вами отправляемся, естественно, за пропеллером. Это последняя деталь, которая нам понадобится. Так, посмотрим. Свинская мощь 41. Ой. Это детский лепет для нас на самом деле. Сейчас мы их разберем, даже не помурчимся. С полтычка. Пилотаж такой. Смотрите, ребята. Знакомая личность, бородач из Angry Birds 2. Помните, да? Буквально вчера играли. Так, бомбанем. Ну, слушай, ему крышка. У него отравление висит, поэтому давай, наверное, будем вот этого теперь наказывать. А, у него иммунитет. А вот это плохо, что у него иммунитет, ребята. Значит, нам желательно его в первую очередь бомбить. Раз. Бомб, добей его. Ну. Шикарно. Теперь вон того гаврюшу. А, у них у всех иммунитет. Вот оно как. Ну, вы сейчас допрыгаетесь у меня здесь. Кузнечики. Недоделанные. Так, минус. И последний остается тут у нас. Пилот невидимого фронта. Ну что ты выделываешься, а? Слушай, дай-ка я специально сделаю вот так. Мощно взорвался, да? Бомб, и, как видите, мы здесь с вами выигрываем. У нас 21 уровень. Так, на 3 звездочки. Ну, ребят, я вам скажу честно, это благодаря все нашим пушкам новым, которые мы с вами заработали. Так, я получил новое достижение. Как птица в небе. Шикарно. Сейчас, значит, мы с вами полетим спасать, скорее всего, Реда. Так, видимо, тут заставочка, да? Мы пришли к профессору.
И профессор сейчас, наверное, склепает. Ага. Воздушный дирижабль. И мы летим с вами. Летим спасать нашего Редика. Вот он. Ну что, принц, видимо, мы будем с тобой драться. Ах, елки-палки, ребята, он улетел, как всегда. Вот ханорик, а. Ну, по крайней мере, в данный момент мы с вами можем летать. Я надеюсь, мы здесь будем везде пролетать. Так, новый уровень, 21. Птичья сила выросла на 3 единицы. Это нравится мне. И Ред, как всегда, вернулся к нам в команду. Дирижабль, взлетай ввысь и исследуй ранее недоступные локации. Вот даже как. Ну что же, давайте мы, наверное, здесь с вами подеремся. Или я не смогу? Смогу. Свинская мощь здесь 98, а у нас 239. Слушайте, у нас Ред вернулся. Я думаю, что... Так, давай посмотрим, что у нас получится, если я уберу. Так, 240. То есть с Редом в любом случае у нас команда сильнее, да, получается? Ну-ка, проверим. Тут, кстати, у Чака тоже новое оружие. Я хочу посмотреть, что оно делает. А ну-ка. Ага. Отравление, да? Ред, а ты что делаешь? Вау, ничего себе, Ред бомбит. Так, не надо тут злиться, пожалуйста. Не надо злиться. Все равно вам всем конец уже здесь. Так, у этого иммунитет, по-моему, да? Сделаем вот так и сюда. А этот выжил. Слушай, я тебе скажу одно, что у Чака слишком слабенькое отравление. Или слишком сильный враг. Так, это была первая волна, переходим с вами на вторую. О-о-о-о, тихо, магистр кислых щей, успокойся. Так, отлично. Теперь бомбанем. И Матильда. Слушай, перчик мы, наверное, с вами будем тратить на Чака. Потому что, когда Чак активируется, да, каждый делает по удару. Нам выгоднее делать это на Чака. Поехали. Так, в гневе. Раз. Отравление. У-у-у, просто великолепно. Просто великолепно. Добили. Так, и мы переходим с вами на последнюю, третью волну. А, нет, нет, подожди, тут еще ханорик, я его не увидел. Все. Вот теперь точно все, и мы переходим на третью волну. Так, здесь у нас бородач, да? Ну, начнем, естественно, с него. Так, давай, Карет. Неплохо, Матильдушка. Шикарно. Так, этот думает. А этот будет... А, насмешку делает. А этот решил все-таки Матильду ударить. Воу-воу. Как ты мощно сделал-то, парень. Слушай, а что он нам сделал? Он, ребята, нам... ослабил броню, судя по всему, да? Ладно. Так, давай начнем вот с этих вот. Потому что этот уже 100% отдуплится. Минус. Так, что он сейчас будет делать? Ага. Чтобы все атаковали Реда. А вот это зря. Вот это зря, я тебе скажу. Так, не жилец. А вот этот, по-моему, выживет, да, ребят? Нет, никто не выжил. Ну что же, мы с вами прошли очень хорошо и легко. На 3 звездочки, я надеюсь. Угу. Так, теперь дайте мне приз. Ва. 3 черепка. Отлично, друзья мои. Ну что же, сейчас будем с вами, наверное, на дирижаблике летать. И у меня очень много мест, где я не был. Я хочу там побывать. Новое. Остров вулканов. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждый четверг. Это у нас новый ивент открылся, судя по всему. Так, ну что, ребята, я хочу посмотреть, где я еще не был. Так, у меня 368 пятачков, но этого мало на самом деле. Слушай-ка, а мы же с вами где-то открыли ворота, так ведь? Вот эти я могу открыть? Нет, нужен красный ключ. Этот сундук я так и не смог подобрать, ребята. Судя по всему, у нас нету ничего. Ну, ага, погоди-ка, а что вот здесь вот?
Сок из снежных яблок второго уровня, 670. Восстанавливает 1200 единиц здоровья. Так, овощной пирог заполняет перец ярости, а фруктовый кекс восстанавливает всем птицам 200 единиц здоровья. Но у меня пока нету столько пятачков, поэтому придется пока повременить. Так, и где у нас следующая миссия-то? Я уже потерялся, ребят. Ух ты, смотри-ка. Мы можем пойти с тобой сюда, а можем пойти сюда. Дай-ка я сюда сгоняю. Что это за фейерверк здесь? Так, свинская мощь у нас 62. Ниндзя-иммунитет к большому урону. Награда до 125 пятачков. Так, секунду. Нет, весельчаков не будем. Может быть, нам лучше так сделать? Или лучше взять даже бомба? Давай-ка проверим. Выбрано слишком много птиц. А сколько нужно? А, всего две, друзья мои. Всего две птицы я могу взять. Ну что же, давай, наверное, попробуем вот этой командой. У них иммунитет к большому урону. Ох, ё, ничего себе, ребята. Раз, два, три, четыре, пять волн. И это на моих двух птичек, представляешь? Ну-ка, давай проверим. Сейчас посмотрим, сколько урона мы будем получать. Слушай, наверное, здесь надо было брать Матильду. Знаешь почему? Мы могли бы с вами отхиливаться. Ой, лопухнулся я по ходу дела. Ладно, если мы с вами проиграем, то будем переигрывать. Возьму я, наверное, Матильду. Ёлки-палки. Здесь очень плохо. А ну-ка, получи. Да, отравление, конечно, хорошо, но без Матильды мне здесь будет очень тоскливо. Причем здесь 5 волн. Вот это плохо, ребят. Так, ну что, делаем еще одно отравление. И добиваем. Ну, отлично. Зарабатываем с вами пятачки и идем далее. Так, вот это мне не нравится. Вот это мне вот все не нравится. Может быть, нам сделать вот так вот? Давай бомбим. Ух ты, у этого броня очень сильная, смотри. Так, давай-ка, наверное, еще разок. Ага. Все выжили. Блин, бедный Чак, он слабенький. Да, Ред очень крепкий, малый, поэтому из-за него волноваться даже и не стоит. Ну, давай так сделаем, наверное, и вот так. Нормуль. Сколько у нас еще там? Две волны впереди. Самая последняя будет, наверное, самая жесткая, судя по всему. Так, здесь у нас маг. А у нас есть отхил. А, мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Вот так вот применить. Отлично. Просто орел взял всех и снес с поля боя. Посмотрим сейчас, кто у нас здесь будет. Это кто такой? Что за мелочь пузатая пришла здесь? Ну, крепкая мелочь. Ой-ой-ой-ой-ой, какая крепкая мелочь. Так, слушай, а Реда я смогу захилить? Я могу получить бесплатный сок из снежных яблок. Давай посмотрим. Надо закрыть, судя по всему, да? А теперь он должен появиться. Что он делает? Я забыл. Он, по-моему, действительно лечит. Да. Ну что же, попробуем, что я сделал. А, Чак у нас может тоже хилять. Все, я понял. Давай его отравим еще разок. И бомбанем. Ну, минус. Слушай, ребята, мы с вами прошли это испытание. Давайте глянем, что у нас тут за приз достается. Рулетка, судя по всему, да? Угу. Ну-ка. Не устраивает меня такой вариантик. Давай еще крутанем. Нет, еще разок. Хочу больше пятачков. Вот. Вот это другой разговор. Поехали, ребят. Ну что, мы с вами прошли этот уровень и переходим на следующий. Я все-таки догоню этого принца и отнимем у него яйцо. Так. Вот сюда, мы с вами в какие-то снежные горы переместились. Свинская мощь 87.
В шапочке в такой. Ну, в принципе, меня вот эта команда устраивает. У нас есть массовик, да, который наносит массовый урон. Плюс у нас есть Матильда, которая может нас похилять. В принципе, Чак тоже может похилять. Ну и, естественно, танкуля. Это Ред. Смотрите-ка, это прям какие-то викинги. Ну, начнем вот так вот, пожалуй. Ага. Теперь сделаем удар. И Матильда повесит терновое вино. Ух ты! Так, этот у нас будет думать еще два хода. Бомбим его. Потому что тут, ну, сосунок на самом деле. Так, отдуплился малыш. И остается у нас вот этот вот главный викинг. Так, Ред, добивай его. Слушай, ну, довольно все легко. И у нас скоро будет 22 уровень, если вы не заметили. Так, 54 тысячи очков получили. Да, пойдет. Пойдет и так. Ну что же, давай теперь посмотрим, что у нас дальше. Ага. Какая-то суета здесь. Принц полетел. Он, видимо, ага, расставляет охрану. Я понял. Чтобы мы не так просто дошли до этого яйца, да? Выставил, так скажем. Ну, я думаю, что для нас это не проблема будет. Ну-ка, давай проверим. Сколько здесь... Кстати, друзья мои, подождите секунду. Мы могли бы и вот сюда заглянуть. Хм, давай-ка я сюда загляну лучше. Опачки. Ну, это прям как царь какой-то, знаете, Иван Грозный в такой шапке. Кстати, какой-то разыгрывается ледяной перец. Свинская мощь 132. Вот это уже серьезный противник, потому что, ну, практически в два раза слабее меня. Оу, а тут еще и три волны. Ну-ка попробуем. Этим ребятам, видимо, холодно, раз они ходят в шапочках. Так, минус один. Замечательно. Ну, по этому поводу я не переживаю. У нас есть Чак, который отхиливает. Причем массовый хил. Замечательно. Так, переходим на вторую волну и смотрим. Воу-воу-воу, сколько вас много. Вот против массовых скоплений у нас хорош именно Чак. Причем Чак отхиливается, когда наносит урон. Так, ну и в то же время он самый слабенький, да? И по здоровью, и по защите. И это очень печально. Так, Матильда, ну-ка. Вау, почти 200 очков от хила идет. Это круто на самом деле. Так, минус еще один, да? Я могу, конечно, использовать перец. Но я думаю, не стоит. Справимся и так с вами. Ну что, последняя волна сейчас будет у нас. Ну где вы там? Покажитесь. Ага, вот он. Ну, здесь можно, знаешь, как сделать? Здесь можно вот этих вот разбомбить малышей, да? И в конце применить перец. Хотя, ты знаешь, я думаю, что перец можно даже не применять здесь. Мы и так справимся, наверное. Сейчас посмотрим. Ух ты, олух. Ну-ка, Чак, подхиль. Ну, Чак, конечно, хилит немножко меньше, чем Матильда. Ладно, не страшно. Так, минус. Минус, как говорится, главарь. Слушай, ну с этими малышами мы справимся. Сейчас Чак просто применит один раз свою магию, смотри. А нет, вот этого надо добить. Вот так вот. Все, ребята. Этот уровень был достаточно легким для нас. И сейчас мы крутим рулетку. Ну давай, давай, давай. Я понял, понял, сколько там. 105 тысяч очков. А, давай-ка попробуем, наверное, еще раз крутануть. Блин, мне хотелось бы, конечно, получить вот три штуки, ну ладно. Роллы тоже не будем пока тратить с вами, да? А будем переходить на следующий уровень и смотреть.
Так, здесь у нас открыт магазин. Что здесь можно? Продано. И это продано. Свиток. Ладно, я куплю его для того, чтобы здесь просто уже не маячило, да? Знак в этот восклицание. Так, друзья мои, смотрите. Ёлки-палки, это что такое? Вот это что за чудо? Чудо в перьях. Слушай, подожди-ка, может быть, нам все-таки вначале спасти яйцо или как? Ладно, сбегаем сюда, посмотрим. Свинская мощь 42. Нифига у них шапки, ребят. Я не могу понять, они туда кого, барашка, что ли, надели на голову себе? Или что? Не врублюсь. Сейчас увидим. Ну да, действительно, какие-то бараны у них на голове. Чудные вы. Хорошо, давай. Погутарим. Так, выжили, да, еще пока? Ага, у них двойная атака, даже тройная. Все, я их понял. Давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Чак, жги. Минус 2, 1 остался, да? Довольный такой, думает, все ему можно. Нет, парень, тебе ничего нельзя. Еще маленечко, и мы с вами заработаем уровень. Буквально дойдем до босса. Приличного, хорошего. Отдубасим его, и нам хватит достаточное количество очков, чтобы перейти на следующий левел ап. Так. Прикольно, прикольно мы с вами продвигаемся. Реда мы спасли. Надо спасти еще яйцо. Так, у нас здесь, ребята, уровень с сундучком. Слушай, а вот это что такое не охраняет здесь, а? Что это за камешек такой? Интересный. Надо обязательно глянуть. Слушай, ну вот это чудище меня пугает, если честно. Так, свинская мощь 178. Это уже серьезная заявочка на самом деле. Поехали. Не будем с вами мы пока смотреть рекламу, да, чтобы нам больше здоровья было. Враг пока еще слабее, но здесь три волны. Три. Пошла-поехала мазута. Так. Ага. Минус. Они что там в руках держат? Я думал, что это за палки. Это, ребята, знаете что? Мороженый леденец. Вот что это такое. Или мороженый сок, можно так сказать. Так, еще минус один. На самом деле я думал, что вот эти вот погибнут. Но выжили как-то. Но это ненадолго. Так, нам нужно, знаешь, что сделать? Хотел сделать эту защиту. А что он делает у нас, Ред? Ну-ка. Ага, все-таки защита. Я думал, может быть, поменялось у него, потому что в данный момент у него новое совсем оружие. Так, ну здесь надо, естественно, Чака вызывать. Поехали. Совсем не дурно. Совсем, я тебе скажу, не дурно. Так, давай-ка мы с тобой вот так, наверное, сделаем. И ударим сюда. Так, и остается у нас тут главарь, да? Опять же, какой-то викинг. Так, так, и вот так. Слушай, он не жилец. Он пока второй раз подумает. У него еще одна попытка есть, но мы его успеем разобрать. Так, подожди, Матильда. Кстати, сейчас есть вероятность, что мы перейдем с вами на... Нет, я думал на 22 уровень. Хотя, подожди, у нас еще одна волна. Слушай, ну вот этот на самом деле очень выглядит так устрашающе. Маска у него такая ледяная. Я боюсь, как бы эта свинья не имела способности замораживать. Ну, проверим. Так, удар. Удар. Блин, Матильду жалко, не трогайте Матильду мне, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой, что он там применил? Нам, наверное, надо сделать вот так вот. Массовый хил. Так, продолжаем травить. И... вот так вот. Минус босс. Есть, новый уровень мы с вами заработали. Это уже меня радует. Смотри, что делает, а? Так, ну что, можно хильнуться? И... нет, лучше отравим. Вот так вот. Останется у нас здесь один противник. Сейчас мы его... погоди секунду. Мы вначале хильнемся, а теперь добьем.
Вот так вот. Ну вот, как-то так у нас была эта миссия выглядела. Сдулся, да? Сдулся, чувачок. 107 тысяч очков мы с вами зарабатываем и крутим рулетку. Вау, круто. Выпадает самый цинус. Ну, а мы с вами продолжаем нашу эпопею, ребята. И сейчас мы пойдем. Так, новый уровень. 3 монетки. Так, птичья сила на 3 единицы увеличилась у нас. Ну что же, мне вот очень интересно знать, что он здесь охраняет. Что это за такой вот постамент? Ого! Свинская мощь 202. Крепкий будет враг, ребята, серьезно говорю. Но я рискну. Я рискну. Он что-то охраняет. Вот это что-то новенькое. Я думаю, что это у нас должно появиться. Ну что, начнем, наверное, с босса. Начнем, наверное, с босса, да? Слушай, ну он неплохо, неплохо получает повреждения. Так что, скорее всего, мы здесь сможем его одолеть. Так, ну-ка давай, Чак. Ой, Чак, Ред. Конечно же, это Ред, ребята. Хильнем нашего Чака. Что-то я не понял, что-то он не хильнулся. Блин, выжил еще, а? Он выжил, ребята. Блин, не трогайте мне Чака. Ай-яй-яй-яй-яй, Чак. Держись, родной. Все, вот теперь Матильда хильнула. Так, давай-ка вот сюда бомбанем. Так, босяра у них погиб. Так, он там что-то думает. А мы еще сделаем с вами отхил на нашего Чака. Ударим сюда. И траванем. Тут, по-моему, одна волна, да, будет? Да, ребята, и мы с вами справились. Ну что же, посмотрим. На 3 звезды. Я обожаю, когда на 3 звезды. Крутим рулетку. 2 перца и камень. Будьте добры, покажите мне, пожалуйста, что мы с вами получим. Если, конечно, что-то получим. Может быть, это просто так было. Так, он убежал. Ребята, вот что-то мы забрали. Это у нас древняя реликвия. Подчини силу древних духов и объединяй вещи из комплектов для создания новых мощных предметов. Что-то интересное такое, да? Смотри, у нас здесь, по-моему, последний босс. После него... А, нет, здесь есть мостик какой-то. И магазин откроется. Ну что ж, давай посмотрим, насколько он силен. Ё-просоты, 235 свинской мощи. Практически на уровне. Ладно, давай посмотрим, кто сильнее. Он или мы. Какое здоровье. А ну-ка. Ёлки-палки, и живучий какой. Но, слава богу, у него нет никакого иммунитета. Сейчас он потерял сознание. Плюс у него отравление висит. Это круто. У нас есть небольшой шанс, как говорится, взять преимущество. Так, сколько он нам? Ой, он хочет Матильду, ребята, ударить. Он уже, как говорится, навострился на нее. Так. Слушай, я боюсь, что он ее с первого раза вынесет. Так, сделаем защиту на всякий случай. Ну-ка, проверим. Выживет Матильда у меня. Слава богу, выжила. Но ее оглушили. Так. Давай ее отхилим. И Редом бомбанем. Так, что он сейчас будет делать? Ага, также три разика он обдумывает, потом бомбит. Но я думаю, что он не успеет это сделать. Поехали. Раз. Два. Ой, как хорошо мы ему прописали сейчас. Просто великолепно. Ну что, громилушка, пришел твой час, по-моему, да? Пришел, ребята, его час или нет? Как думаете? Ой-ой-ой-ой, опасно. Ну-ка, проверим. Слушай, ну мне кажется, хватит должно отравления, чтобы он погиб. Нет! Ой, сейчас Матильда прилетит. Ребята, вот это была моя ошибка. Ай, понадеялся, что он погибнет, но
Из-за этого, что он выжил, ребята, мы потеряли с вами Матильду. Соответственно, 3 звездочки нам не дадут. Ну, сам факт, что босса мы этого прошли. На 2 звезды плохо. Вау. Отлично. Что делать? Будем переигрывать или посмотрим, что дальше будет? Давай проверим. Откроется у нас тут? Ребят, ничего не открылось нового, да, по территории? Кроме магазина. Ух ты. Попадья плюс шпионы. Я вот это вот возьму, а вот здесь не хватает у меня. 2000 монет нужно. Печалька. Слушай, ну здесь... А смотрите, ребята, это же у нас орел стоит. Как вот этот сундук взять, а? О, а тут открылось у меня. Плюс 100, чего 100? Мастерство повышенное. Вау. Смотри, везде по уровню, ребята. Вот это прикольно. Это очень круто, на самом деле. Слушай, может быть, перепройти? Ладно, давай потом. Потом перепройдем этот уровень. Сейчас, в данный момент, нам нужно с вами двигаться дальше и спасти вот это яйцо. Поэтому идем сюда с вами. Так, свинская мощь 113. У нас 244. Я думаю, что на изи справимся здесь. Так, одна волна, да? Значит, ничего страшного. Надеюсь, что ничего страшного. Так, у них иммунитет, что ли, или что? А ну-ка. Так, ну этому кобздарики. Да хорош бомбить-то. Все почему-то чака мне хотят уничтожить. Так. И вот так. Ну. А, чак еще не сходил. Так, минус один. Так, чака все бомбят у меня, а? Посмотри, никак не угомонятся. Хилимся. Хилимся. И ударяем. Так, один гаврюш остался. Ну, его мы тоже с вами сейчас уничтожим. Вот так вот. Без проблем, на самом деле. Слушай, ну тут остается нам совсем немножечко, да? И мы долетим до того самого гнезда, или, как сказать, вышки, где находится яйцо. Ну давай, 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 все. Это мы все прекрасно поняли. Открывается... А, мы, наверное, знаешь, как с тобой пойдем? Вот так вот, потом сюда, потом, наверное, на мостик. То есть еще уровни у нас будут здесь, да? 157 свинской мощи. Это буйные свиньи увеличивают силу атаки по мере заполнения перца ярости. Ну, я думаю, что вам это не пригодится, потому что мы быстрее вас разнесем. Хотя тут 3 волны. Ну, ладно. Давай проверим. Минус один сразу же. Ну, хватит выделываться уже, а? И добиваем. Отлично. С первой волной справились вообще идеально. Я бы сказал бы. На изи. Так, а здесь уже опять эти маленькие шаманы в шапках. И завец. Нам нужно вот этого вот колдуна бомбить, мне кажется, в первую очередь. Ну-ка. Так, у меня накопился перец. Слушай, я думаю, что эту волну мы с вами разберем сами, да? Без помощи там магии. А уже на следующий будем применять перец. Я думаю, что это будет справедливо. Так, Матильда что-то как-то слабенько отхилилась, на самом деле. Так, колдун отдуплился. Ну, а мы с вами добиваем. Раз. Два-с. И три-с. Подожди, он выживет, да? Нет. Не выжил. Ну что же, третья заключительная здесь волна. Как я вот... Пугающий ханорик, да? Сделаем, наверное, перец. Погнали. Неплохо. Очень хорошо, смотрите. Так, давай, наверное, вот сюда вот повесим терновник этот. И ударим сюда. Ну что же. Остается буквально еще один удар. И все, ребята. Что это такое? Метель какая-то. Так, что нам сделать? Этот отдуплится. Давай, наверное, вот сюда ударим. Чак.
применит свой кислотный дождь и вот сюда. По идее, все, ребята, победа за нами. Слушай, тоже довольно легко было. На 3 звезды, надеюсь. Угу. 103 тысячи очков. Дайте, пожалуйста, яблочко, 3 штуки. Нет, не дают. Ну и бог с вами. Не будем рулить, а будем с вами двигаться дальше. Ну-ка, покажите мне путь. Так, мастерство повышено на 2% за уровень, да? Сюда. Ну, это тоже будет на изи. Это заснеженная вершина 1. А их, наверное, здесь будет 8 или 3. Ух ты! Свиньи, сосульки, да? В руках у них все дела. Ну, давай проверим. Ух ты, у них броня, ребята. Ёпрсты, броня крепка у них. Да и не сами по себе какие-то крепкие. Так, тихонько. Смотри, не могу пробить. Жесть какая-то. Оу. Так, что он сделал? Защиту еще себе повесил. Ну ты даешь, парень. Тебя и так не пробить, а ты еще и защиту влепил. Слушай, а этому крышка или нет? Крышка. Опять по чаку достается, а? Давай хильнем его маленько. И будем бомбить вот этого вот ханорика. У него броня, смотри, непробиваемый просто. В Матильду, да, теперь бьет. А ну-ка. Пробиваем. Отравляем. Да, Матильда здесь урон вообще не наносит. Слушай, а знаешь, что я могу сделать? Смотри. Пробил. Отлично. Ну, слушай, на самом деле довольно легкий уровень. Их всего здесь двое было. Вот если бы их было тут, например, четверо, да, и при всем при этом еще было бы 3 волны, вот это было бы для меня действительно проблема. Ну, а в данный момент я ничего такого сложного не нашел. Так, передвигаемся с вами. Ага, мы можем здесь добыть себе немножко материалов. И идем с вами... А, погоди к секунду. Мы можем сюда заехать, а можем пойти сюда. А в чем суть? А, здесь, какой сюда заехать? Здесь мы уже прошли. Вот сюда вот нам нужно. Свинская мощь 121. Поехали. Поехали, будем сейчас разбирать, смотреть. Так. Волна здесь одна. Иммунитет, блин, вот это плохо, ребята. То, что иммунитет, я не могу его не отравить, да, получается. Ну да, не отравить, не терновый куст повесить. Это плохо. Со своим иммунитетом, а? Так, этот у нас отдуплится или нет? Нет. Этот тоже начал обдумывать, да? Ребят, если мы этого сейчас толстяка с вами не забомбим, я думаю, он что-то плохое сделает. Чак, давай, врубай шарманку. Да кого же вы бьете? Давайте вот этого вот. А, отлично. Вот это я понимаю, вот это было сыграно. Перец мне здесь очень хорошо зашел. Не грусти, морячок, все будет хорошо. Ну, по крайней мере, для меня бы все будет хорошо. Не для тебя уж точно. Свинские врата можно открыть свинским ключом такого же цвета. Кстати, мы давно с вами не получали ключей. Ворот у меня много, которых нужно открыть, а ключей нету. Ох ты, ох ты. Неужели мы с вами добрались? Так, я так понимаю, будет драка у нас с магом и с принцем сразу же. Слушай, здесь, наверное, нам нужно посмотреть ролик, чтобы получить 20% к здоровью и атаке. Так, сколько у нас становится? 295, да? Сила команды. Ну что же, поехали. Сколько здесь? Ё-моё, раз, два, три, четыре, пять. 5 волн опять же. А ну-ка проверим. Крепкие чувачки. Ой, какие крепкие. Хм. Тут будет сложновато, друзья мои. Я уже сразу вижу. Атакует моего Реда, да? Атакует моего Редика. Так,
Ну-ка, дай-ка я сюда бомбану. Шикарно. Слушай, мы, наверное, пройдем и уровень получим. Так, здесь уже какая-то темница. Мы с вами, типа, вверх по башенке, да, продвигаемся. Ладно. Иммунитета нету, это уже хорошо. Давай вот так вот сделаем. Ну что же, этот не жилец. Нам нужно хинуться, кажется, маленечко, да? Угу. И я, кажется, вот так сделаю лучше. Шикарно. Ударяем сюда разок. И вот сюда. То, что нужно. Передвигаемся с вами на третий этаж. Так, секунду. Я не буду, наверное, здесь тратить перец. Не вижу пока в этом надобности. А будем просто с вами атаковать. Отлично. Так, он думает. Это хорошо. Ты тоже будешь думать, нет? Нет, ребята, этот без обдумки начинает сразу валить, бомбить. Ну, давай тогда вот так вот сделаем. Выжил. А, он оглушен был. Слушай, у нас есть возможность хильнуться. Что-то как-то хил не сработал, да? Что-то не могу понять. Всего лишь на одного действует. Я вообще-то хотел Чака захилять, на самом деле. Так, предпоследняя у нас здесь волна. Бомбы какие-то. Какие-то бомбы. Ну ладно, давай сделаем сюда, ударим и вот сюда. Сейчас взорвутся, да, наверное? А, они думают. Ну, вы пока подумайте, да? А мы хильнемся. Так, захиляем нашего Чака и отравляем. Все. Ну, тут все довольно легко. Переходим на последнюю волну. Так. Тут должен быть, по идее, и принц, и... Да, и маг. Вдвоем они здесь. Ну что, начнем, наверное, что? С перца? Поехали. Ну-ка. Раз. Два-с. Слушай, живучие, очень живучие. Дай-ка я, наверное, принца добомблю. Не вышло маленько. Так, маг начинает что-то там думать. Этот оглушенный пока. Этот пока у нас оглушенный. Ну что, принцу ханарики. Так, а маг сейчас что-то сделает. Вау, что он там прописал такого страшного. Тут еще бомба эта. Воу. Слушай, ребята, а бомба-то крепкая. Нет, ватная. Ну что, перец ждет нас. Давай, Чак, продемонстрируй свою силу. Раз, два-с и три-с. Наверное, я думаю, пора с ним кончать, с этим магом. Пока, парнишка. Да, друзья мои, мы с вами получили 23-й уровень. Крутим рулеточку. Ладно, сгодится и так. У меня новое достижение. Встреча на высоком уровне. Ага. Так, мы их засали врасплох и забрали яйцо, да? А он опять, ребята, полетел, смотрите. У него еще одно яйцо есть, да, оказывается? Я думал, что мы все с вами спасли, но не тут-то было. Он от нас улетает. А принц... Принц остается тут. По идее, он должен его прихватить. Да. И вот оно, последнее яйцо, которое они с собой тащат. Так. Оу, тут уже сам король спрашивает, где 5 яиц? Почему только одно? И очень-очень на них разозлился. Ну, а мы с вами получаем, естественно, уровень и... 3 золотые монетки получили. Птичье яйцо 4. Поздравляем, ты спас 4 яйцо. Твоя награда 100 пяточков. Спасибо большое. Рухнула, да, эта башенка. Мы захватили. Кто там орёт-то все время, я не могу понять. Ну что, друзья мои. Так, я хотел, знаете, что посмотреть. У нас есть бесплатная попытка на прокрутку свинки вот этой.
Ух ты, кстати, вот эту штуку мы не посмотрели с собой. Выбрать предметы. А какие? Любые? Ну, предположим. Что-то мне не нравится вот это все. А почему я не могу сюда ничего поставить, а, друзья мои? А, это экипировано все, я понял, понял. Так, объедини три вещи из комплектов и получи новую вещь текущего уровня. Шанс получения древней вещи из комплекта при объединении вещей из комплектов 20%. Да, это нужны именно легендарные вещи, да, я так понимаю? Слушай, ну это уж больно круто, даже для меня, друзья мои. Ну что, крутим? Крутанем или будем ждать еще? Сколько нам надо будет? 14 монеточек, мы с вами 10 раз крутанем. Я думаю, что надо подождать. Кстати, вы... Вот эти вот шмотки, которые, да, у меня есть у всех, вот легендарные. Я получил именно вот... Вот где? Вот в этой свинке. Сегодня вот был днем ивент. Шанс выпадения легендарных вещей, по-моему, 50% или 25%, я не помню, ребят, точно. Ну вот за счет этого я и выбил вот эти вот шмотки. Так, что у нас тут? Ну это понятно, это рулить. Это усилять, разбирать. Этим мы уже с вами займемся как-нибудь в другой раз, когда у нас будет намного больше вещей, которые мы можем себе позволить разобрать или объединить. Как говорится, если будут излишки. Ну, я думаю, что на этой ноте можно закругляться спокойненько, да? В следующей серии мы с вами продолжим наш путь. Мы, как говорится, будем преследовать, да, этого принца. Здесь будет главный король. И, судя по всему, это будет, наверное, последний уровень. Не уверен, но увидим. Увидим все, что будет. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.